одержал победу. Шепелев выиграл суд с родителями Фриске. Сегодня стало известно о том, что в споре, связанном с квартирой Жанны Фриске, суд стал на сторону Дмитрия Шепелева. Не так давно ведущий решил отстоять свое право на продажу доли, принадлежащей его сыну, столичной недвижимости, которая досталась ему по наследству. 8-летний Платон является собственником 1/3 квартиры его матери в Шмидтовском проезде. По закону Шепелев, представляющий интересы сына до его 18-летия, может выставить квадратные метры на продажу. Приоритетное право покупки в этом случае появится у родителей Фриски, Ольги и Владимира. Отец артистки пытался наложить запрет на совершение Шепелевым сделок. Он хотел сохранить двухкомнатное жилье Жанны для ее сына. Теперь Дмитрий сможет продать часть квартиры и выручить за это около 8 миллионов рублей.